Новости. Высокопоставленный представитель США подверг критике решение Евросоюза о предоставлении Ирану помощи в размере 20,7 миллиона долларов, 18 миллионов евро. В официальном заявлении Брайан Хук, спецпредставитель США по Ирану, указал, что это решение посылает неверное послание в неправильное время и призвал ЕС оказать помощь Вашингтону, чтобы покончить с иранской угрозой глобальной стабильности. Помощь от европейских налогоплательщиков поддерживает способность правящего Ираном режима пренебрегать нуждами своего народа, говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что экономические проблемы иранского народа обусловлены коррумпированностью иранских властей и неспособностью к эффективному управлению страной, а также и поддержкой терроризма и конфликтов в иных странах. Решение ЕС о предоставлении этого пакета помощи Ирану было принято, чтобы смягчить эффект санкций США, введенных после того, как президент Дональд Трамп принял решение выйти из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана. Иран угрожает отказаться от исполнения соглашения в случае, если не получит экономических выгод.